Доброго вечора, шановні пані та панове. Здравствуйте, уважаемые наши гости, поклонники классической музыки, а в частности музыки Моцарта. Именно ему посвящен сегодняшний вечер. Мы очень рады видеть вас здесь, в зале Мариупольской камерной филармонии. Thank you.
Thank you.
Итак, Вольфганг Амадей Моцарт, концерт для кларнета с оркестром «Ля мажор» в трех частях. Исполняет солист Дома органной и камерной музыки и Академического театра оперы и балета города Днепр Тарас Скрипников. Thank you.
Thank you.
Thank you.